Сейчас мы швабру ебанем. Сука, а ты побежи, ты на этой мокрой луже. Да и хуй с ним, в принципе. Не хуй бегать про инструм. А вот это вот куски льда, вот это все было у нас в холодильнике. Замечательным пиздатом в холодильнике Карбина Телеком. Очень гладенькие кусочки. И вот эти замечательные люди, которые занимаются разморозкой. Благим делом просто. Инженеры первой категории. У них все будут же отпизженные наггетсы. Брат, мне ноги. Кстати, тут у нас есть печеньки. Печеньки! Печеньки.